Ташкенте состоялась торжественная церемония награждения победителей третьего шахматного турнира «Закават Гамбит». Соревнование имеет большое значение в повышении интеллектуальных способностей молодежи. Участникам этого года оно запомнилось в первую очередь мастер-классами чемпионов мира. Турнир «Закават Гамбит» – это своеобразный тренд среди молодежи, где на первый план выходит образование и интеллект. В этом году для участия в чемпионате зарегистрировались 4027 соотечественников. Из них 592 участника – девушки и женщины. Специальными гостями турнира стали 14-й чемпион мира, обладатель Кубка мира Владимир Крамник, а также 4-кратная чемпионка мира Хоу Ифань. Для участников были проведены мастер-классы и сеансы одновременной игры в шахматы. В судейскую команду вошли арбитры международного уровня. Победители в каждой группе были награждены 50 миллионами сумов за первое место, 30 миллионами за второе и 20 миллионами сумов за третье место. Я уже третий раз как участвую в турнире «Закават Гамбит». В первом году я участвовал в группе «С», я занял первое место. А в прошлом году я участвовал в группе «А», где я занял третье место. В этом году был очень сложный турнир. Тяжело было сражаться с чемпионами мира одновременно и с олимпийскими чемпионами. Мы играли 14 туров по 7 туров в день. Набрав 10,5 очков из 14, я занял первое место. Я очень рад этой победе. В прошлом году я играл тоже в группе «Д» и занял первое место. В этом году тоже участвовал в группе «Д» и смог занять первое место. Этот турнир мне запомнился тем, что последние игры у меня с Шахром Беком были одинаковые очки, одинаковые показатели. И в связи с тем мы сыграли тайбрейк. Я белым смог победить, и черным сыграл в ничью и смог занять первое место. Приз в размере 10 миллионов сумов также получили самые юные и пожилые участники турнира. А девушкам, показавшим лучшие результаты в группах «Б», «С», «Д» и «Е», вручено денежное вознаграждение, равное 20 миллионам сумов. Я соревновалась в группе «С». Из 9 возможных набрала 6,5 очков и заняла третье место, а также стала победителем в номинации «Лучшая участница турнира». Я очень рада этому. С приглашенной гостьей Хоу Ифань я знакома лично. В ходе 19-х азиатских игр в Китае мы с ней сыграли партию по направлению «Рапид». В сложной борьбе в итоге победа досталась мне. В рамках мероприятия было организовано красочное шоу. Зрители стали свидетелями захватывающего блиц-матча между Мумтазбегом Собировой и Ориатом Абиджоновым. Артисты, воплотившие образы шахматных фигур, перемещались по сцене на специально подготовленной шахматной доске. За столь яркую и занимательную игру юным шахматистам были вручены специальные призы. Уже 3 года я самый молодой участник. Мне 9 лет. Я очень рад, что играл самым Крамником. Я проиграл, конечно, но мне это была хорошая партия, опыт был. В будущем хочу стать профессиональным шахматистом и чемпионом мира. Несомненно, нынешний турнир запомнится участникам надолго, особенно его лейтмотив. Битва имеет смысл только на спортивной площадке.